Вы уже готовы к незабываемым впечатлениям и ярким эмоциям? Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем 100 слоев челлендж «Мультидо». Это же Поп-Ит! Мне как раз нужно расслабиться. Этого количества мне хватит на всю жизнь. О, мой Бог! Эй, давайте я первый. Here we go. Что-то с ним не так. Вкусно. Yes. Это же мармелад. Ничего вкуснее никогда не ел. Awesome. Cool. Теперь я. Не то, что я ожидала. Ага. Попробуем на вкус. Обожаю мармелад. У меня есть еще несколько слоев. Мне нравится этот челлендж. Сьюзи, мне кажется, она и нас съест. Не волнуйтесь, вы же не из мармелада. Окей. Наконец-то моя очередь. Пахнет странно. Как же больно. Смейтесь, это все равно не испортит мне настроение. Как же приятно! Вау! Я могу играть с ним бесконечно. Ага. Вау! Поп-Ит совсем расслабил Сьюзи. Эй, Сьюзи, ты вообще жива? Окей. Окей. Маловато картошки. А мне в самый раз. Только взгляните. Моя башня из картошки поднимается выше облаков. Yes! О, нет! В помещении бомба! Oh, no. Right! Скорее! У нас мало времени! Нужно успеть все съесть! Дай воды! Yes! Сьюзи, чего ты ждешь? Быстрее! Oh, давай, ты справишься! Come on! Я больше не могу! Ребята, простите! No. Люблю. Это что, розыгрыш? Ну и шуточки. Энди, это всего лишь кола. По-моему, это совсем не смешно. Как же я рада маленькой порции. Oh, no! Вы же не серьезно, правда? Я ненавижу брокколи. Тем более, когда его так много. Думаю, брокколи можно сделать вкуснее. Шоколад всегда выручает в таких ситуациях. Украсим это блюдо. Приятного мне аппетита! Получилось не очень приятно. Брокколи явно был лишним в этом блюде. Вот теперь действительно приятного аппетита! О, мой Бог! What?
Моя очередь. Я знаю, что делать. Нужно немного волшебства. Взмах палочки. И готово. Моника, ты испортила весь фокус. Теперь придется есть этот ужасный брокколи. Я справлюсь легко. Смотрите и учитесь. О нет, Сьюзи превратилась в Халка. Гора мармеладного конструктора. У меня только одна деталька. Тогда я первая попробую. Ребята, я в порядке. Я не буду повторять ошибки Моники. Как же вернуть ее в прежнее состояние? Придумал. Энди, ты все испортил. Начнем строительство. Теперь есть удобно и безопасно. Что происходит? Это было не так уж и безопасно. Делись впечатлениями о челлендже в комментариях и следи за выходом следующего ролика. Впереди еще много интересного. Пока!